еще один. Вот здесь мы повернули к пляжу и смотрели пляжи Гран-Хабера и Кристалла де Люкса. Вот сейчас мы пойдем дальше по улице. Вот у нас как раз отель Гран-Хабер. А нет, вру. Смотрите, Гран-Хабер мы прошли. Вот он, Кристалл де Люкс. Вот он, смотрите. Вот какие горки Кристалла де Люкса. А вот проход к пляжу Кристалла де Люкс. Вот после него улица в центр Кимера и параллельная улица пляжной линии. Здесь парк с речкой вонючкой пересекающей. А вот прямо вот туда через мостик это к пляжу Кристалла де Люкса. Вот речка вонючка, вся пересохла. Вот можно также прямо вот здесь пройти, как раз вот впереди, где вот люди идут, там и начинается пляж Кристалла де Люкс. Также здесь банкоматы. И ночные клубы Инферно с музыкой, которая ночью здесь долбит, и народ жалуется. Аура клуб Кимера. Да. А. Ну вот и. Для русских специально банкомат Денисбанка.
И вот дальше пошли отели. Лири Бич отель. Те отели, которые мы проходили вот по той пляжной линии с той стороны. Один парк небольшой. Golden Lotus. Второй день я Амбассадор отель. Вот корпус FAMI Residence Park, но он от основного отличается только тем, что ближе к порту находится, и все. А так фактически все одно и то же. Парк такой на второй линии. Викинг Нона Бич. Вот такой отельчик. Олимпус Бич Хотель. Вообще уже. И какой-то морохотель еще.
Лангора Бич Хотель. Асдем Парк. Отель 4 звезды. Так, вот мы и дошли почти в центр города. Вот парк перед... Вот парк перед портом, и вот уже как бы улички, которые идут в центр часовой башни. Я все снимаю для вас. Ну вот, будете смотреть и снимать. Вот кемер мохнатый. Фонтанчики. И вот мы дошли до того же места, где в прошлый раз прошли, мы только по набережной шли вот оттуда.